Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами Матрикс, и мы посмотрим первую игру на сегодня, 4-го игрового дня, Star-серии, Star-ладдера 3-го сезона, Virtus.pro против NextKZ. Долго команда NextKZ молчала, и вот команда NextKZ заговорила. О чем будут говорить эти парни в этом матче, мы пока не знаем, но команда Virtus.pro, конечно, несомненно, на ходу. Первая игра на сегодня. Вообще сегодня будет 8 игр, по 2 матча параллельно комментируем мы с Вилатом, как и обычно, как и предыдущие и будущие дни это будет происходить. И на ваших экранах процесс пикбанов. Команда Virtus.pro будет играть у нас за сторону Dire, за Radiant играет команда NextKZ. Команда NextKZ проиграла монетку, так бы, я так подозреваю, парни выбрали, скорее всего, тоже Dire. Вот. Что еще можно сказать о команде Next? Команда Next, как и говорилось в превью перед матчами, да, кстати, если кто-то забыл, мы всегда делаем превью перед игровыми днями за полчасика, начиная иногда в 16 сет, иногда в 16.30 сет, ну, соответственно, плюс 1 Киев, плюс 2 Москва. И 2 стендинга, в общем, команды Next. Mantis, Stalket, Lucky, 3 игрока основного состава. И NotaHex, стендинг, и Доминик Рейтмайер, он же Black. Хорошо известный стендинг для ребят из Next. Играл он в основе, играл он очень много на заменах, состоял в составе, как раз таки был в том созыве, который обыграл Na'Vi непобедимых на некоторый период в онлайне. Ну вот, смогут ли сегодня вернуть себе былое величество ребята из Next, я не знаю, потому что очень много команды играла в Хон, конечно же, потому что как-то так сложилось, решили они выиграть денег, и пошло-поехало, в общем, топ-3 СНГ ребята держат по Хону, и в топ-3 по доте в СНГ они на данный момент не находятся. Вот такие вот дела. Почему не находятся? Потому что давно не играли, новые команды сформировались, и кто как... кого чего будет делить эти места, мы узнаем совсем скоро. Совсем скоро, буквально, наверное, по окончанию сезона Старладдера, когда уже станет понятно, что способны новые русскоязычные команды. Напомню, что из таких появился обновленный The Retry. Буквально сегодня появилась Team Харьков с артстайлом у руля. Конечно же, команда Empire, которая, ну, в топ-3 в СНГ уже смело входит. Это уже тут никуда не деться, потому что парни очень хорошо начали, очень хорошо заиграли. Лично я рад такому повороту событий. Но, с другой стороны, когда 4-5 команд делают перестановки. Да, еще я забыл, конечно же, и про Moscow 5 команду, которая тоже очень вполне. Но о чем я? Я про Empire. Что когда 4-5 новых команд, ну, относительно новых команд формируется, да, так скажем, конечно, кто-то выбьется в топ фаворитами. И на данный момент пока что такими фаворитами из новых команд являются, конечно же, Empire. На ваших экранах процесс банпика. Немножечко видоизменил я схему. Если раньше я показывал несколько первых пиков банов, затем я... Мне кто-то звонит, не знаю зачем. Затем я включал рекламу. Так, я на минуточку отойду, пока пик идет. Sand King. Dire team pick. Так, я вновь с вами, друзья. Извините за вынужденную паузу. Так вот, о чем я говорил? Говорил я о том, что матч сегодня должен быть интересным. Ну, по крайней мере, номинальным лидером в нем является команда Virtus.pro. Но не будем забывать о потенциале команды NextKZ. Посмотрим, на что способны эти парни сейчас, после долгой паузы. О, и вот он снова, этот самый дисраптор от НС. Этот самый дисраптор, о котором вчера рассказывал НС в своем интервью. Кстати, интервью уже на канале на YouTube и, возможно, на сайте Dota 2 Starladder TV. Вот. Ну, вы знаете, смотрел я уже игры с дисраптором. Да, все мы, наверное, смотрели. Но я хотел отметить, что вот буквально недавно на днях Quantic играли против Маус. И очень четко законтрили АМа при помощи дисраптора. Ну, Морф — это немножечко другое. Морф — это... не АМ. Морф всегда должен держать репликейт. И вот
Не знаю, посмотрим, что из этого в общем выйдет. Не берусь сейчас утверждать, как Disruptor будет ли контрить Marfa или не будет. По логике вещей, конечно, должен. С другой стороны, грамотно использованная репликейта и линкинсфера, если она будет, может изменить ход дел. Так вот, да, про схему я немножко рассказывал. О том, что изначально показывал первые несколько пиков, потом включал рекламу и возвращались мы с вами уже прямо на игру. Ну, учел некоторые замечания и подумали мы... Да, ваши пожелания, ребята, адекватное пожелание, адекватный комментарий всегда учитываются, так что постарайтесь быть адекватнее. Решили мы, что стоит все же пропускать немножко первой части пика вместе с рекламкой. Вот. И берут Shadow Demon Next KZ. Берут Shadow Demon, которым будут пытаться законтрить АЭМа. Не знаю, насколько это у них получится. Полный пик команды Next на ваших экранах. Баны оглашать я не буду. Я думаю, вы их и так прекрасно видите. Но вот пики я оглашу еще, когда разберут ребята героев. В любом случае, я удивлен по-прежнему first пиком команды Next. Сильно большое доверие в сторону Марфа они продемонстрировали, так скажем, да? Не знаю, почему. Может, это реально недостаток. И Брюмастер. Может, это реально недостаток опыта каких-то последних игр. Или Дан будет играть у нас на АЭМе. Ну, сейчас разберут ребята, а я думаю, мы уже будем глядеть, как будут идти дела. Как будут происходить дела у нас здесь. Да, я пока здесь вот сделаю один фикс, чтобы все было замечательно. Ничего, в принципе, я думаю, не изменится. Пока все равно еще не разобрали героев. Все. Ждем мы. Видимо, долго обсуждают, кто кем будет играть Next Tip, потому что все-таки два стендинга в составе. Кого-то одного они вообще не знают, умеет ли играть или нет. Ну, имеется в виду, конечно, про Нотахекса я говорю. Вряд ли они сейчас знают, кем Нотахекс. Лол и Shadow Demon, что будет играть Black? Ну, давайте посмотрим по героям. Да, в табличке не поменялось. Ну, в игре поменялось, мы это помним, накосячили. Надо будет сделать предупреждение команде Next. Мантис играет на Марфе, капитан команды Next KZ. Сталкет на Лишраке. Блэк на Сенкинге. Знаем мы, он это умеет. Лаки, закрывающую важнейшую роль, исполняет это Shadow Demon. И Нотахекс Фурион. Честно говоря, мне кажется, было бы грамотнее, если бы Нотахекс играл Сенкингом, Блэк Марфом, а... Мантис Фурионом. Но ребята, конечно же... Так, я еще один сделал здесь штучку. Совсем я забыл про такую вещь, как Score. Чтобы вы понимали, кто играет, а то обе команды забыли... забыли тимпрофайлы свои. Вот, поэтому мы сделаем вот так вот. Все по-модному и классному. Слева у нас Next KZ. В левом углу ринга, в правом углу ринга у нас команда Virtus Pro. Но, возвращаясь к моему трёпу про героев, видимо, Мантис решил возложить всю ответственность на себя. Проблемы NP. В любом случае, пожелаем удачи обеим командам. Привет всему СНГ, которая нас сейчас смотрит. Я думаю, что собрались у своих экранов болельщики не только из России, но также из Казахстана, которые будут болеть. Возможно, даже за Virtus Pro, почему бы и нет. Кто-то и в России будет болеть за Next. Ну а нам остается только лишь наблюдать, как будут развиваться события в данном матче. Дебютный матч для команды Next. Первая игра для Next в четвертый игровой день. Мало того, еще... Так, нет, сегодня третий игровой день. Я немножко заговорился, по-моему. Сегодня же... Какой сегодня день? Сегодня среда вроде бы. Третий игровой день. Да, все верно. Среда, третий игровой день, все нормально, все верно. Ладно, заговорился я, не суть дела. Кто на ком играет у Next, я назвал. Что касается команды Virtus Proxy, капитан команды ВП, конечно же, а не М5, как я нафейлил первый день. Играет на Чене, или Дан играет на АЭМе, на Рубике будут играть Crazy. Санта будет играть на Брюмастере. Ну, такие роли ему не привыкать исполнять. И НС будет играть на Дисрапторе, как мы и предполагали.
команду Next уже огласили мы. Вот такой вот забег только что был сделан везде, где можно было это сделать. Поставленный вард команды Next увидел АМ, и они, судя по всему, понимают, что по логике вещей АМ должен сейчас быть в миде с кем-то. АМ должен быть в миде с кем-то, поэтому, конечно же, сюда сразу становится лаки. Вот так вот Next сыграли с расстановкой лайнов, чисто дождавшись немножечко инфы, они поняли весь расклад. Посмотрите, забавно, сейчас Кси переманил Трента и блочит, пытается помешать. Пытается сейчас помешать, он заблочит спот Трентом Фуриона, но Фурион такой, что вот он сейчас, наверное, будет пытаться отвести этих крипов, если у него хватит времени на это. Хватит ли у него времени? Контроль. Нужно сейчас, конечно, контролить. Да, времени не хватило. Что контроль, что не контроль. Ну да ладно, на боте у нас лишь Ракс Анкингол, вот такой вот дабл лайн против этого соло Брюмастер в исполнении Санты. Такие дикие ребята на самом деле из Virtus.pro, потому что на хардлайне еще и соло Брюмастер. Но если все сделают грамотно Next'ы, то будет трудно здесь Брюмастеру. Но пока что непонятно. И что, неужели вот он первая обманочка? Выставили Марфа с Shadow Demon'ом на миде, а на миде оказался всего лишь Рубик. Тут, в свою же очередь, Натахек с Фурионом на хардлайне будет играть против полноценной даблы Дисраптора с АМом и Чена, который будет выходить из лесу. В общем, Фуриону здесь не поздоровится, это факт. Это факт, что не поздоровится здесь Фуриону, но как могли по-другому выставить лайны NXT, я даже не знаю. Потому что разве что, если бы Лишрак, Сан Кинг и Shadow Demon были на топе, Морф был соло на миде. И посмотрите... Неужели это будет Фьюзблад? Да, Фьюзблад остается за командой Next. Вот такое вот начало матча, перекачка от Мантиса. Должен выживать в этом моменте. Чен пытается поконтролить Test of Face и убивает Чен соло. Браво, потрясающая игра от капитана команды Virtus.pro. Дожал он момент до конца и штрафанул Мантиса, у которого кончилась мана на тот момент. Но счет стал 1-1. Фьюзблад забрали ребята из Казахстана, если так можно говорить. Потому что всего лишь 3 игрока на данный момент из Казахстана в команде у нас присутствует. Ну, не в команде, а в данном составе. Мантис возвращается. Я думаю, не особо доволен таким обидным киллом. Но, опять же, там была такая ситуация, что очень четко кентавром Кси блочил Марфа и сам-то с руки навешивал. Сам-то с руки тест еще забросил. Test of Face протестировал на веру Мантиса. Мантис, видимо, не поверил и поплатился, отъехал. Можно говорить многое о закупе Марфа. У Марфа, судя по всему, вот этот вот рейсбенд с первых минут, это такой себе план на Аквилу. Но вот если бы каким-то чудом оказался здесь стик, я более чем уверен, что выжил бы у нас Морф в прошлой ситуации. Но Морф в прошлой ситуации не выжил. Так, еще один моментик. Посмотрите, куда зашел у нас товарищ Амадей Моцарт, который нам более известен как Санта из Питера. Почему-то оказался он в лесу около мида. Наверное, потому что уже настал тот момент, когда его очень сильно гоняли здесь. Но вот главное, конечно, Некстам сейчас понимать, что здесь имеется Брюмастер. А может и не главное. Как бы там ни было, А сейчас у нас будет стычка на миде. Посмотрите, выходит, клепает. У нас Брюмастер прячет сам себя. Shadow Demon, должны быть здесь проблемы у Crazy, но он мансит влево-вправо, четко играет, не дает убить его. Хотя здесь навстречу пришел Фурион, и два безответных килла в момент делают Next, сейчас становится 3-1. Да, пока что тактически, позиционно, по пониманию ситуации переигрывают Next своих оппонентов, но вы знаете, что такое АМ? АМ это тот герой, который в соло может выиграть игру, если будет хорошо фармить. И пока что Иллидан фармит очень хорошо. Ну, Блэк его слегка перефармливает, но это не показатель, потому что все-таки Сан Кинг... все-таки Сан Кинг не такой герой, у него не такой керри-потенциал, как у АМа. Ну да, не знаю. Короче, опять меня мучают смутные сомнения, терзают мой мозг, мою душу на тему того, что вот стоило ли Мантису играть Марфом.
Все мы прекрасно знаем, что Мантис легендарнейший морф, но просто Блэк недавно был на интернешнале и играл на интернешнале, в то время как Никсты прохлаждались. Посмотрите, Брюмастер второго левела прилипает у нас, судя по всему, на боте, Диаболики, и будет килл. Будет здесь килл, килл забирает Блэк, очень стратежно Сталкет оставил ему этот килл, 4-1 ведут у нас ребята с Казахстана, и задисконнектился куда-то, ушел НС. Куда-то ушел, задисконнектился у нас НС. Конечно же, мы его подождем. Да, кстати, оставляем свое мнение, кто кого одолеет у меня в паблике. Я голосовалку прямо сейчас, наверное, запилю. День 3, матч 1. НС уже готов, но я, тем не менее, наверное, успею все-таки ВКонтакте. Да, все, я успел. Так что голосуем, друзья. Голосуй или проиграешь. 4-1 счет, 5 минут у нас прошло игры. Как дела у Эмма на топе? Думаю, надо почаще прокладывать все-таки айтемы. Я немножечко грешу иногда этой штукой. У Эмма на топе дела нормально. Но сам факт того, что Иллидана на супер хардкерри мы... Я не могу сказать, что мы прям не привыкли видеть. Нет, мы видели его много раз, и отыграл он хорошо, но не так въедался в глаз этот суперкерри от Иллидана, как, допустим, от какого-то Блэка. Поэтому посмотрим, сможет ли этот антимаг сотворить то, что сотворил антимаг Сокса вчера, в соло одолев команду The Red Rai, просто. Просто в соло казнив. Просто в соло нафармил, в соло казнил. Да, первый коммент. Есть, что НС унизит. Ну, посмотрим, насколько НС унизит. Посмотрите, Мансит, Брюмастер, делает тип-аут. Делает тип-аут и должен Санкинг попытаться. Попытаться Санкинг попытался. Забрасывает Лешака. Лешаку сразу же нужен телепорт. Вот так Крэзи поиздевался на своем оппонентом. Браво, конечно, Санта сыграл потрясающе в этом моменте. Санта замансил и не дал возможности Сталкету второго левела. Нет, все-таки первый левел стану. Вот почему не попал. Если бы был второй левел, там немножко побольше рейндж. Лишак копытами бьется об скалу и несет себе телепорт. Причем птичкой такой. Мини-твинхед драгон. Но Тахекс куда-то у нас уже полетел, а полетели они драться с Ченом. Чен здесь убегает. Очень плохой телепорт от Натахекса. И НС приходит на помощь. У Лаки могут быть проблемы. Я, честно, не знаю. То ли очень хорошо отыграл в этом моменте Чен. То ли отыграл в этом моменте плохо на Тахекс. Но какой-то бессмысленный телепорт, и поплатились за это. Лаки умер. Тем временем на боте в очередной раз отъехал Брюмастер, которому уже не дадут жизни, потому что, видимо, хорошо стояли лайн вот этого дабла. Но там, на самом деле, много мудрости не надо, играет такими героями. И противостоять Брюмастеру. Брюмастер левел 3, в то время как 4 плюс 7 имеют вот эти два паренька, и у Блэка дела идут просто супер. Блэк просто везет команду вперед, как это он делал и раньше. Совсем скоро дагер у него появится. Прилетает сюда еще Фурион, который с трентами сейчас будет помогать. И, скорее всего, Таурас здесь отъедет. Вот, Брюмастер пытается, нет-нет, за опыт получать каким-нибудь образом. НС поставил лайнвард здесь на топе для того, чтобы видеть, когда Фурион тут. Ну, Фурион, да, Тауэр отъезжает на боте. Блэк пошел за даггером. Вот так вот. 7 минут 50 секунд. Даггер Аркан Бутсы. Потрясающий перформанс демонстрирует немецкий легионер Доминик Рейтмайер. По карипам он, кстати, ноздря в ноздрю идет с антимагом. И что? Лаки здесь могут быть проблемы. Лаки возвращают, но поздно. Поздно я сюда вернул Лаки. Проблемы создать не удалось. Шадоу Демону. Да и Натахекс оказался здесь вовремя. На самом деле это тоже одна из ключевых закрывающих ролей будет в данном пике команды Next. Именно этот Nature's Prophet, которого задача быть всегда, быть везде, иметь голду, не дохнуть на лайне и лайн не дать пропушить. В общем, он должен просто делать просто все. Команда Virtus.pro. Давайте посмотрим теперь, как у них дела по айтемам. Наблюдали мы последние несколько минут за командой Next. Команда Virtus.pro у Чена... Ничего сверхъестественного, понятное дело. Он рабочая такая лошадка. Антимейдж.
хочет себе БФ, сапог форманшилд у него есть. Забавно, что Иллидан предпочитает играть без топорика. Входит он в касту таких себе не дровосеков. Может быть, представляет Гринпис. Вот. Рубик отстоял мид. Рубику на миде было тяжело. Зацепили лишь рака. Здесь большие проблемы у Сталкета. Сталкет пытается отстанется, но никак не ожидал Сталкет того, что у Крейзи есть украденный вейв. А может быть, и ожидал, но не было у него уже просто выбора. В общем, отъезжает лишь рак. 5-3 становится счет. Блэк готов делать чудеса. Блэк зовет плюс себе. Говорит: пацаны, приходите, будем драться. Увидели Блэка. Блэк должен был услышать здесь и вард, и все. И дагер видят, ребята. И вот такое сразу решение. Просто решили взять и уйти все эти события. А Блэк постоял, ему ничего вообще парить не надо. Просто пошел дальше фармить. Кстати, он без пассивки качается вот так вот. Рассчитан он только на свои руки. В убивании крипов, если так можно сказать. Ну, а Иллидан, в свою очередь, фармит. И у Иллидана, не знаю, может быть, он что-то уже себе прикупил. Зачем-то он точно летит. Колечко он сейчас... Мановоид он сейчас должен покупать здесь. И тогда мы поймем, сколько ему до чего остается на самом-то деле. Войдстоун, точнее. Так. Спрятал Shadow Demon АЭМа. АЭМ взял и вперед себе блинкнулся. И Лаки... Лаки здесь отъезжает в этом моменте вообще без вариантов. Зачем соло-суппорт стоит на топе? Мне пока не понятно. Но это Лаки, как граната в Брате 2. 50 на 50. Будем надеяться, что следующие 50 будут нормальными. Здесь пришел Рубик. Рубика нашли. Рубик, вейв-аут! Вот это да! Как отыграл Крейзи в этом моменте. Не убили его. На секунду не поняли, что произошло. Он XT, но Тауэр забрали. Хорошо отыграл Рубик. Мне это очень даже понравилось. Тем временем штрафанули Некстов на Тауэрочек на топе. И причем, не знаю, каким образом, но не АМ забрал этот Тауэр. Забрал его НС на Дисрапторе. Это не критично понятно, потому что команда все равно получила голду. И Некстов, понимая ситуацию, решается ломать Тауэр. Так, вот опять разводит Рубик здесь с вейва. Тауэр Некст не сломают, им помешали сделать это ребята из ВП. 11 с копейками минут, 5-4 счета, отрывается у нас понемножечку уже по крипам АМ, но в этот раз находят здесь по варду НС, а НС рассыпается в мгновение ока благодаря прокасту. Да, сильны сейчас своим прокастом Нексты. Вот это вот в начальном мидгейме. Сейчас нужно ходить бандой только лишь команде Ерпустро. Не знаю, это бред, на самом деле, брать в деревья Рубика. Хотя, с другой стороны, эти деревья были сделаны для того, чтобы буквально на секунду, может, на полсекунды его замедлить, и Санкинг успел бы копнуть, но нет. Короче, как бы там ни было, Тауэр сейчас упадет. Тауэр, да, забирает Тауэр, значит, профит. Я думал, смогут ли заденать, не смогли. Куда-то залез Мантис, у Мантиса еще есть репликейт. Нужно выходить ему отсюда, не дают выйти ВП под Браво, как сыграли ВП в этом моменте, влетает сюда Блэк, копает Блэк, минус первый, лечит Чен, пока что замес более удачен для ВП, сейчас будут пытаться штрафануть Брюмастера, не знаю, насколько это получится ребятам, то ли Блэк поздно был, то ли Мантис переоценил свои усилия. Проблемы здесь будут у НС, скорее всего, его портают, боже мой, нет проблем у НС, проблемы есть у Сталкета, АМ приходит, разряжается сюда, какой долг... Это просто затяжной и потрясный момент в исполнении команды Virtus.pro, и они практически сравнивают счет. Блэк с даггера уходит. Да, недопонимание, то ли файтов, то ли еще чего-то. Тем временем у меня в паблике ВКонтакте уже проголосовали немножечко людей, посмотрим. Посмотрим, кто за кого и как проголосовал потом, уже после игры мне интересно будет. Хотя нет, можно и сейчас, я думаю, сейчас сам проголосую. 60 на 24 по голосам, 70 на 28. Ну, короче, 70 на 30 фактически в пользу ВП. Все комьюнити считает, что Нексты здесь отъедут. В принципе, считаю вполне заслуженно, потому что Нексты не играли. Но вот как будут обстоять дела на этой игре, мы поглядим. По крайней мере, с таким несуразным файтом, который был только что проделан казахстанской пятеркой, если так можно выразиться, Virtus.pro показали, что они готовы драться, они готовы драться вполне себе. Лаки находит здесь времени, тем временем Брюмастера, Лаки сразу же возвращают, ультуют сюда. НС, это будет минус Лаки. Куда зашел Сталкет? Зачем зашел Сталкет? Я не понимаю. Тэп-аут! Брюмастеру не дают выжить! Брюмастер отъехал. Один в один разменялись, Shadow Demon на Брюмастер.
И Natchez Profit тем временем еще и товарок подбрил, поджал товарок Брюма. О, Natchez Profit, да. Здесь вот как раз таки этот товар и рассыпался. Да, обе команды ошибаются, это видно. Ну и обеим командам нужно ошибаться меньше, чтобы выиграть эту игру. На данный момент в реал тай... О, да. Нексты забирают товара, Нексты впереди по голде. Но я бы сказал бы практически, что игра равна на данный момент за небольшим преимуществом, кроме небольшого преимущества Некстов. Потому что АМ все-таки фармит, и потенциал у него есть. Нафармить очень много. И по чуть-чуть кривая начнет скоро выправляться в пользу Virtus.pro. Если, конечно, не буду закреплять свое преимущество по голде еще и плюсовыми для себя разменами Нексты. Посмотрим. По айтемам давненько я что-то не пробегался. Power Threats и, короче, что-то немного у Мантиса айтемов. Хотя на 14 минуте вполне нормально, учитывая, что он много дрался. Видите, ВПТ, Аквила, Blade of Alacrity, бутылка, 1300 голды. Лишрак. У Лишрака Power Threats и больше ничего. Ну, понятно, тоже бегал везде, дрался, но с другой стороны еще и брасер. И это будут когда-то барабаны. Мне непонятно, зачем Power Threats Лишраку. Это не самое понятное и нужное айтем, но вот такое решение принял Stalkhead. Natchez Profit. Выше всяких похвал этот парень, стоявший на неприятнейшем лайне, уходивший с него, уходившим, возвращаемся вовремя. Есть у него Мидас Мека 500 голды. В принципе, нормально. Залетает сюда Блэк. Копает он Крейзи. Сразу вейвится. Вейв-аут отсюда делает Крейзи. Опять проблемы здесь у Мантиса. Рассыпается он в момент. Да что ж такое? Почему и умирает и Блэк? Почему опять на одни и те же грабли наступают на Нексты? Неужели непонятно, что там вейв? Неужели непонятно, что там вейв у Рубика? Знаете, как лбом об стену просто бьются они сейчас. Уже какой момент? Ну, это был грамотный байт опять в исполнении Virtus.pro. Я, честно говоря, приятно потрясен тем, что Virtus.pro сейчас ментально переигрывает своих оппонентов в таких микромоментах, что может побайтить немножечко у нас Рубик с вейвом, и грамотно у них получается разводить. Вот, а у Лаки опять проблемы. Лаки опять непонятно, что здесь сделал. Что здесь делал Лаки, непонятно. Разряжает мне ульт или дан, и ведут по киллам уже. ВП. 9-11 становится счет. Так, я там прервался на ком-то по поводу айтемов. Да, на Shadow Demon. Вот он, Shadow Demon. Вот он, Sun King, который нафармил, но пока что не совсем реализовывает свой быстрый дагер. Там буквально один-два нормальных врыва мы видели, и то один врыв был переворотом, и Несс опять дисканулся. Один врыв был переворотом, другой врыв переворотом не был. Врыв был косоватым, кривоватым. Тем временем у Чена есть мека, и еще что-то будет делать Кси. АМ, понятное дело, уже имеет свой БФ, Power Threats и... Пурман Шилд имеет это уже как минут, наверное, 3-2. Вполне сносный и нормальный результат. ТНС возвращается. Рубик, Аркан Тапки, бутылка Magic Wand, Брюмастер, Брасер, Стик, Сапог, Щиток. Плоховато дела у Санты. Понятное дело, вспомним, как он начинал игру эту. И Дисраптор. Дисраптор немножко... Такой себе. Но он суппортил тоже, чего тут от него ожидать. Мало того, он сейчас еще, я так подозреваю, сделает урну из этих двух гантелек. Так, куда-то полез Блэк. Супер самоуверенный Блэк куда-то полез. Что вообще он о себе здесь думает, я не понимаю. Потрясающе Крейзи завейвился, украл у него еще и подкоп, подкопал. Блэк умер, но наконец-то не вейву Крейзи. Но все на самом деле идет по стандартной схеме для команды Next. Очень с большим напором они начинают свои матчи, а потом начинают немножко по темплею отдаваться. Вот так вот. Поставил варды здесь Лаки, не нашел вражеских вардов. Потому что их там на самом деле нету. И, как ни странно, по вардам сейчас в плюсе команда Next. Немножко утихомирилась игра после последних разменов. 120 крипов у АМа, 80 у Марфа. И что-то вот, по-моему... Ох, нашли.
Забавно, нашли АМа в этом моменте. Просветки от Лаки. Ну, с другой стороны, по мордам он просто видел, куда АМ пошел. И вынужден был делать блинк ТПА вот у нас. Иллидан возвращаться на базу. Я думаю, что буквально вот, когда 2 стона собирает Иллидан, прикупит он себе Ultimate Orb. Тогда станет немножечко потолще, станет ему покомфортнее, и свою такую нужную манту минут на 22-3 он получит. Это будет вполне дефолтным результатом. Блэка опять нашли. Поставили сентри-вард. Блэк сделал блинкаут. Блинкаут он сделал на речку. Его здесь уже готовы спасать. Не знаю, зачем играет судьбой Блэк, но в этот раз наконец-то он нормально реализовал момент. Да, кстати, очень хороший радиус у Глимса, я так погляжу, вот охренительно большой. 1800 каст рейндж. Можно творить просто чудеса, если хранить в своей голове все возможные комбинации разворота событий и выбирать один самое лучшее решение, то можно вообще просто что-то несусветное делать. Не раз мы видели, когда там кто-то на трейлах от фарма из байбека влетает. Ну не то, что не раз. Мы этого наоборот не видели. Но я думаю, где-то в пабе кто-то видел, где-то еще увидим. Здесь пошла тем временем драка, пытаются убить. Ай, как Санта успевает разложиться. Браво, очень хорошо отыгранный момент. Санта живой. И плохо здесь, все очень плохо. У казахстанской пятерки в этом моменте. Нужно им переворачивать. 1-0 они пока что разменялись. Если бы убили Брюмастера, это мог бы быть практически выигранный файт, но выиграть не получилось. Отъезжают два стендинга команды Next. И Лаки еще отъедет. 3-0. 4-0. Неужели никого не потеряли ВП? Да, ВП никого не потеряли в этом моменте. Я думал, не убьет еще и Фурион здесь. Но неужели дадут сделать байбек? Не дают сделать байбек Фуриону. И стоило ли делать байбек для того, чтобы бить Бримастера? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, это был рейдж бай. Ну, а сейчас становится 10-7. 10-17. Уверенно вырываются вперед Virtus.pro. За что мы их поздравляем, потому что начало было не собранное. Возможно, потому что кто-то из игроков команды Virtus.pro играл первую игру, в принципе. Может, для кого-нибудь это первая игра на сегодня, потому что была инфа о том, что была и ко мне тут пришел Вилат. Была инфа о том, что Кси появится только ровно на матч, потому что у него не было света, так что вполне возможно, что игроки были не разыграны, поэтому начало выиграли Nexty. Но вот как только начало игры закончилось, и очутились мы у мидгейма, вот уже Nexty растеряли свое преимущество. Забирают Рошана команда Virtus.pro, АМ... М5, ТР 15 минут инфа. Я думаю, что выиграли М5. Скорее всего. Вот. Вот такие вот дела. Так. АМ тем временем здесь продолжает свой фарм. Совсем скоро будет у него манта. Точнее, даже сказать... Нет, еще, по-моему... По-моему, нет, еще манты. Что-то я загнался немножечко. В общем, мантис опять куда-то полез драться. И мантисы сейчас могут за это... Что это? Это соло-отдача от мантиса, и... Непонятно. Для меня, чем занимался здесь мантис? Ну вот, пока что дела идут так. Напомню, что следующий матч, который я буду комментировать, это будет у нас матч NextKZ против Fnatic. И да, этот факт, что Nexty сделали очень большую ставку на Марфа, сейчас просто-таки очевиден. Что была возможность стратежно подойти к контре Марфа и Virtus.pro команде, что они сделали с превеликой радостью. Я думал, как они будут его убивать, то есть как именно этот процесс будет выглядеть. А процесс выглядит очень просто. Если Глимс на кулдауне или Булзойзу на кого-то другого, у Дисраптора, то просто Рубик телекинезом забрасывает вот этот вот кинетик филд и прям таки под ульту. Что это? Что это? Санта просто зажег сейчас в этом моменте. Хотя, посмотрите, он под виндраном нашел все-таки Лишрака. И сейчас Лишрака буду здесь зря, я смеялся. Санта... Ну,
сильно поздно сделал, и только благодаря тому, что он, да, наверное, там с матами, там, а, я его сейчас догоню, ушел в инвиз, там, на виндране, не на виндране, на виндволке. Ну, в общем, разменяли ульт брюмастера на жизнь лишака, что, в принципе, нормально для обеих команд. 10-19 счет, 23 с копейками минутки, у нас уже ушло 120 крипов у Мантиса на Морфе. Совсем не тот это Мантис, которого мы привыкли видеть. Я думаю, согласятся все. Но и Лидан пока что себя показывает, в свою очередь, очень хорошо. Ну, не то чтобы прям очень, но хорошо, более чем хорошо. Опять встреча на Эльбе. Мантис против Иллидана, Морф против Аэма. Так, там еще, драка где-то идет, я так понимаю. Мне больше всего интересно, в этой ситуации Мантис не выживает, судя по всему. Лол. Там дисраптор делает, там идет у нас драка, там минус 2. Там мне было интересно посмотреть, как здесь будут разворачиваться события. Вынуждены были вытянуть на себя, вытянуться. Ребята из Next хорошо отыграли, там бы в соло, конечно, Морф умер, если бы никто не пришел помогать, но потеряли двоих. Next убили всего лишь Брюмастера. И продолжают закреплять свое преимущество Virtus.pro, 11 на 21 счет, 24,5 минуты игры. Старые добрые NextKZ. Ну, знаете, команда Virtus.pro с каждым днем становится все сильнее и сильнее, и это хорошо. Это хорошо. 3000 голды у Чена, ого-гошечки. Только появилась манта у Мантиса. ПТ, манта, квилла, ботл. Ничего такого сверхъестественного. Барабан и Леш. Арба есть у Nexus Profit. И что, будет здесь слишком или нет? Знаю, что у Брюмастера нет ульта, или есть? Нет ульта у Брюмастера, но, тем не менее, все равно в этом замесе очень сильно отъезжает команда Next. И возвращают еще и Санкинга сюда, влетает сюда Мантис, два безответных килла, дамагает Мантиса, я так понимаю, недостаточно. Хотя Санкинг четко входит сюда и... Неужели? Да, убивают! Как какие-то что-то перевернули. Здесь драку, еще проблемы. У Инесса убьют Инесса здесь, скорее всего. Проблемы еще и у Чена. Главное, просто не спеши сейчас, ребятам. Хотя... боже, какой эскейп делает Блэйк. Но все равно его здесь убили, потому что стоял в центре вард. И проблемы у Мантиса. Такой тернераунд очередной. Натахекс. Натахекса возвращают. И Nexus Profit отъезжает. 12 на 25. Unstoppable. НС на дисрапторе. Unstoppable. Хорошая игра от Ярослава Кузнецова, гостя нашего вчерашнего эфира. А, что еще могу добавить? Ну вот, несуразно дерутся. Нексты, понятное дело, что одной из причин это стендинги, языковой барьер, но, как говорят на Украине, бачил очи шокупувало. Тем более с Блэком играли, и должно быть как-то взаимопонимание. По крипам довольно сильно уже вырвался вперед АМ. Ровно в полтора раза он перефармливает Морфа. Кстати, Владмир купил себе Иллидан. Такое интересное решение. В том месте... Так, Лешего сейчас зацепили. Лешего здесь сейчас будет. Колоссальнейшая проблема. Антимаг делает мега-килл. Умирает Сталкет. А, улетит сюда Фурион. Ну, там есть лечение. Мека особо не парятся ребята из Virtus.pro, забирая очередной второй тавр на ботами. Так вот, вместо привычного захода на Тараску купил Иллидан себе Владмир. Здесь вот прям в Блэка пошли и копнули. Блэк выкапывается отсюда, возвращает его назад. Это неминуемая смерть для Блэка. Потратил даже ульцу до НС. НС он... Нет, это Чен уже анстапов. Забавно, что суппорты команды Virtus.pro делают... Основные минуса и проблемы у Фуриона здесь. Умирает Фурион, Unstoppable еще АМ. Да, в принципе, все делают киллы. Unstoppable и Рубик. 4 Unstoppable у команды Virtus.pro. Вот это прикол. 4 просто вместе у всех. 4 Unstoppable. Unstoppable. И это минус мид для команды Next. Мало того, это минус игра для команды Next. Дебют первым блинкомом. Дебют не удается казахстанской тройке. Если не пятерке, то тройке. Вот, и, судя по всему, сейчас, совсем скоро мы уже, вот, наверное, после смерти Морфа мы увидим. Правда, сейчас тут Блэк что-то попытается сделать, но не тот уже расклад. В общем, увидим мы игру против Фнатик. Да,
GG Cold, good game. Первое поражение для команды Next. Очередная победа для команды Virtus.pro. И совсем скоро мы увидим следующую игру Fnatic против Next. Z. Теперь у всех по Wicked Seek. Dire's middle tower is under attack. Не знаю, почему не дисконнектится Lucky. Dire's middle tower is under attack. Да, сейчас упадет у нас дерево, увидим мы табличку. И новое лобби будет создано. Для игры Fnatic vs Next KZ. Radiant's middle tower is under attack. Трон. Пау. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. Равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Большой капучино для Билли. Люблю капучино. Внезапно все прочее кажется старомодным. Представляем Ультрабук. Вдохновлен Intel.